Т29. Интересный, конечно, дизайн. Уже больше похож на классический. Но вот это сзади башни, как мне чужих они напоминают, короче. У КВ тоже, в принципе, похожие, но там как-то... Ну, в общем, чужих напоминает. Конечно, достаточно угрожающе выглядит. 1150 прочность, максималка 35, 720 лошадей стоковый движок, 63 тонны весит. Бронирование 176-51, 51 это корма. Борта не очень защищенные, зато башня 178 лоб. То есть хер вообще пробьешь практически. Ну и пушечку можно максимально установить. 198 пробитий, 360 урон. 105-миллиметровая, 6,32 выстрела в минуту. Ничего так, достаточно нехилая пушка получается. В стоке медленный танк, но поворачивает более-менее неплохо. При этом он, в общем-то, не тормозит особо. Что самое страшное, когда танк поворачивает, и при этом его скорость там падает херенно. Ничего, внушает уважение, конечно. Прокачанный по полной, в общем, крайне приличный танк становится. Пожалуй, он круче Тигра, хотя, по идее, он его как бы аналог по уровню идет. Но я думаю, он существенно круче, у него непробиваемая башня. От него много чего отскакивает. Хотя и разбирает его бывает быстро, но это сейчас на тестовом сервере. Тут навалом всяких высокоуровневых танков, которых ну просто тучи. Естественно, если там 3-4 всяких ЕС-4 тебя мочат одновременно, то разберут мгновенно. Достаточно, ну, немедлительный во всяком случае. То есть нельзя сказать, что быстрый. Тот же ИС, он более быстрый. В начале он вообще достаточно медленный, неповоротливый, но потом так более-менее жить можно. Башню, когда заменяется, он становится вот Чебурашкой, ему уже дали прозвище, вот видим такие хрени с боков. Пушка очень мощная, 196 пробитие, повреждение там какое-то большое, забыл какое. Ну, в общем, такая приличная пушка. Формально говоря, у ИСа больше повреждений, но меньше пробития. У Тигра больше пробития, меньше повреждения. В общем, на нем можно неплохо так повоевать достаточно. К примеру, я одного Мауса завалил не один на один, у него то ли 20 оставалось, то ли 12, то ли еще что-то. Но это так, приятный факт. Дело в том, что Мауса не так легко пробить. Я же его вынес фугасом. У фугаса пробитие маленькое, но зато он может жахнуть неплохо. До следующего танка 100 тысяч надо опыта. Это не считая того, что придется еще какие-то запчасти открыть. А если по полной прокачивать, там вообще 150 или больше даже тысяч опыта. В общем, затрахаешься. На тот же ИС-3 80 тысяч надо. В общем, ничего такой танк. Не говно, скажем так. Приличный. На нем же можно серьезно так. Тем более на обычном серваке там не будет столько хороших танков. Просто тучи. То есть вот тут вот два Мауса только с нашей стороны, два с чужой. И тут еще Маусы не являются топами. Топами является Т-30. Это как раз американский топовый танк. Вот видим Маус, его тут 2% его гасят. Один Маус он уже впереди вынесли. То есть тут еще ад просто в этом отношении высокоуровневых танков навалом. Поэтому полностью как бы нельзя заценить именно танк. Тут всегда найдется 5 чуваков, которые существенно круче и тебя вынесут. В реальном же бою будет, на реальном сервере будет немного по-другому. Там, конечно, столько не будет выше.
танков. Поэтому будет попроще, получше, поприятней. Вот, маус не смог пробить. Ну, это понятно, его там вообще хер пробьешь. Вот так вот.